тут ребята, конечно, они на ним, я так понимаю, постоянно работают и убрали вот эту вот бомбическую криозотность, прям, ты, прям такое ощущение, что ты переночевал в обнимку со шпалой, пропитанной смолой вот этой вот, и уже вполне очень хороший балансированный напиток, и я как бы рекомендую. Всем привет, с вами Саша Гендель и Гоша Грипс, проект «Первая варка», пивоварни «Beer Brew». Сегодня у нас рубрика «Дегустация вслепую». Тебя. Первое. Нужно угадать стиль, в котором сварено пиво. Это самое сложное. Ну, самое сложное, как мне кажется, это угадать, может быть, сорт. Это самое простое. Ну что, начинаем? Да, давай поехали. Так, напиток номер один. Ну, это стаутом пахнет. Тут хмели нет, я не знаю. Пахнет жёночка. И пена такая шоколадная. Так что, видимо это... Ну, я не думаю, что это портер, я думаю, всё-таки что это стаут. А что там еще ценник надо угадывать? Ну, можешь попробовать. Чем больше исходных данных... Вернее... А ты что, какого-то имперца купил, что ли? Не знаю. Пробуй. Ну, не думаю, что это имперец, думаю, что это стаут какой-нибудь хороший, может, сальдоновский, может, еще что-нибудь. Что про вкус, про цвет скажешь? Очень вкусно. Ну, цвет черный, что-то на просвет даже. Пена шоколадная, такая не очень высокая. Ну, стауту это, в принципе, и не нужно. Вот, вкус насыщенный, горечь и сладость два в одном тут. Все классика. Ну, давай тогда отставляй в сторону, а то мне не хватит. Да, мне сегодня много пить нельзя. И я тебе несу второй напиток. Да. Итак, напиток номер два. Ну, я так понимаю, что это... Сейчас, погодь. Во-первых, тут дрожжей овер много. Вот это домашка. Да? Ну, подожди, нет, не факт, но, во-первых, тут много дрожжей. Я тут пил недавно этот, я пил Бакунина, Олимпию, и вот она, в принципе, была вот такая же по консистенции. Я ее даже не то, что я ее пил, я посмотрел, сколько там дрожжей мне в бокал вылилось, и я ее взял и вылил все, потому что, ну, это несерьезно такой продукт. Вот. Стиль. Ну, не знаю. Это, ну, это не стаут и не портер. Может, портер какой-нибудь. Попробовал? Да, попробовал. Водянистый, если это такое достаточно. Ну, может, из-за сладости достаточно. Но это же не кожедуб. Первый. Хотя, немножко похоже по запаху, то, что ты такой. Ну. Так, ну что, готов третий? Да, давай третий. Напиток номер три. Тут раз все закарбонизировано. Если в предыдущих там не поднималось ничего, то здесь прям так все. Может, бокал высокий просто. Пахнет интересно. Хмелено, достаточно прикольно. Пена густая. Запах мне, в принципе, нравится. Но это тоже не портер, не стаут. Это скорее либо Black IPA, либо что-то типа того. Либо просто какой-то темный сорт. Давай попробуем, что там. Ну, кислик, конечно, немного. Черт, ну, я бы сказал, что вот это, наверное, Олимпия. Да? Нет? Не знаю. Сейчас будем смотреть результаты. Давай небольшие вводные я сейчас тебе. Ну, ты как бы в курсе моих телодвижений, некоторые, да, поэтому да, мог да, догадаться. Да. А, значит, здесь
представлен, скажем так, я скажу. Один напиток, который ты по некоторым причинам забраковал, но я ему дал шанс реабилитироваться. Так. Один напиток – это от нашего подписчика. Да. И один пивас, тот, о котором ты позитивно отзывался практически всегда. Давай так, смотри, ценовая категория. Ну, давай примерно, сколько бы ты дал за каждый из них? Ну, вот это, допустим, не дешевле, чем 150 рублей за 0,5, если это русский. Если это Олимпия, то сколько она стоит? Я не знаю, 150 рублей за 0,5 тоже. Но как бы понятно, что ни о чем. Ну а вот это тогда само остается. Домашняя, да? Да, домашняя. Твоя версия такая. Ну что, вскрываем карты? Да. А по местам как бы ты их распределил? Ну вот это я бы выпил до конца, если мне можно было сейчас выпить все. Да кто ж тебе не дает? Ну, потому что, ну, все по мне. Горькое, сладкое, нажористое, все достаточно маслянистое такое. Это я пить вообще бы не стал из-за того, сколько в нем дрожжей падает, а плавает. А это, ну, это бы, в принципе, тоже выпил бы все. Почему бы нет? То есть вот это да, это прям сразу, это, в принципе, тоже можно, а это нет. Не из-за того, что оно как бы там что-то с ним не так. Ай, тупо из-за брака, вот из-за этого. Вскрываем карты. Начнем с последнего условного места. Это, как мне сказал автор этого пива, кусочки хмеля попавшие. То есть это домашнее пиво от нашего подписчика, нашего земляка Ивана. Вот такое вот пиво он сварил. Ставься вперед. Ну, тут надо все-таки поработать над фильтрацией, чтобы этого не было, стиль, это безобразие. Стиль этого пива Dry Hopped Porter. Правильно я прочитал? Да. 6 алкоголя, 13 плотность. Ну, не знаю, ну для портера может быть и годится, но... Запах хороший. Ну, не сказал бы прям. Я бы в нем побольше сделал бы... тело. Я бы сласти чуть-чуть добавил. Ну, в целом, для домашнего, мне кажется, вполне себе годно. Ну, то есть, вот это получается Олимпия. Это получается Олимпия. Да, которую недавно ты приобрел, которая тебе... здесь, да, без косяков уже такого нету, ада. Я по бутылке вылил, поэтому, может быть, ад на дне. Давай посмотрим, до второй половины вылим. Давай тащи бутыл. Ну, ничего. Это вот. Ну, для крафтового ничего. Ну, да. Ну, то есть вы выпиваете половину бутылки, если аккуратно наливаете. И у вас, в принципе, нормально, адекватное пиво. А вторые полбутылки у вас я налил тебе поменьше просто, потому что, в принципе, можно не половину бутылки, а вот так вот выливать. Я, допустим, наливался сразу весь бокал 0,5, и у меня, в конце концов, все это получилось именно вот такое. Ну, то есть, как бы... Саша, ну неужели это... Ты вот... Ну, то есть, мы покупаем 0,5, но реально из этого пить вот так вот наслаждаться можно только половиной. Ну тогда это и нужно продавать по цене, как 0,25. Критик. Ну ладно. Ну а что критик? Тут все как бы все за себя говорит. Ну дрожжи попали и что? Пиво одно. Ну и ничего, что их как бы очень много. И стиль не предполагает такого количества дрожжей в нем. Ну возможно. Че, тут у нас? И третье. Та-дам! Ну все, я шкалы. Саша угадал. Ну, тут ребята, конечно, они на нем, я так понимаю, постоянно работают и убрали вот эту вот бомбическую криозотность. Прям такое ощущение, что ты переночевал в обнимку со шпалой, пропитанной смолой вот этой вот. И уже вполне очень хороший балансированный напиток, и я как бы рекомендую. Насколько я помню, ну, если бы ты не перепутал чуть-чуть, хотя все равно рядом ходил, бродил что-то в конце, то я тебя смутил, наверное, тем, что достаточно чистый Бакунин налил. Если бы налил целый, ну, то да, ты бы, видимо, угадал. Поэтому, в общем, сегодняшнюю дегустацию считаю удавшейся. Ты сегодня молодец, угадал почти все. Ну, это то, что я в последнее время, так я их пил все эти в течение 3 недель последних. Можешь выпить в награду любой, который тебе нравится. Я бы с удовольствием, конечно, выпил бы.
от Victory Art Brew пиво, но, к сожалению, за рулем. Ну, значит, выпью его я. Поэтому, да, наслаждайся, все тебе. С вами были Саша Гендель и Гоша Грипс. Проект «Первая варка», пивоварня Beer Brew. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Все репосты делаем. Делайте репосты, лайкайте наши фотографии в Инстаграме. В общем, вся социальная хурма. Пока. Варите пиво. Пейте вкусные в меру. Пока. Пока. Че, все уже снимаешь, что ли? Да. Всем привет. А что, можно говорить уже? Да. Можно говорить. Тут я замолчал. Видно, что по всему объему, особенно в нижней части, прям дрожжи. Как вот взяли игрушку такую, домик, шарик перевернули, и вот все это под... Ну, это один в один все это. Заново попробуй, там с какой-нибудь фразы. Охмелено прикольно. Охмелено прикольно. Да, Оль, ну не тяни ты руки, а. С вами были Саша. А что она там останавливает? Ну, а зачем сейчас останавливаться? Ну, может, закончилось там? Нет. С вами были Саша Гендель. И Гоша Грипс. Проект «Первая варка», пивоварня Beer Brew.